Что? Доброе утро, говорю. Еще раз. Доброе утро. Меня зовут Саша, я из Москвы. Меня зовут Андрей, я из Украины. Понял. Я... Музыкант или музыку любите, Андрей, из Украины? Конечно. Вот. А из какого города? Киев. А, Киев, понял. Какая у вас любимая песня? Может, что-нибудь для вас сыграть, если получится? Сейчас девушку. Девушка? Рядом. Даю привычку ей, да. Два района, кварталы. Районы... Кварталы? Кварталы? А я слышал, слышал. А как вас девушку звать? Кристина. Кристина, сейчас район, квартал найду. Текст найду вам. Текст. Концерт ПЗФ. Текст и нота, наверное. Нет, нота не надо. Но ноты я соображу сам, просто текст найду, не знаю. Вот. У меня сразу вопрос. Давайте. Сколько человек сейчас смотрит? Я вообще немного, 611 в данную минуту. Это... 611 человек сейчас смотрит? Да. А лайки поставили? Да, а лайки поставили только 511. Вот где еще 100 лайков недопоставленных? А, так скажи, что... А, ну, вбей просто. Пианист Александр Лосев. О. Пианист? Пианист. Александр? Лосев, есть такое? Да, сейчас. Нашел? Русские играют украинцы. Да? Норм? Да, вот, вот вижу себя. Ну, вот. 635 людей. Нормально. Ёлки, у меня упало. Прости, у меня упало, сейчас я сделаю. Вот, блин, только что текст нашел, все сбилось. Но ёлки-палки. Ну, вот, нашел. Лови, друг. И Кристину тоже лови. Ах. Да ёшки, матрёшки. Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки, твое имя на руке. Районы, кварталы, жилые массивы, я ухожу. Что-то такое приблизительно. Пойдет? Да, круто, очень. Спасибо, Кристиночка. Спасибо. Что ты еще хочешь? Что ты еще? Я понял, вы скоро станете моими поклонниками. Да мы уже на полпути, чтобы стать вашими поклонниками. Да. Тогда прожмите срочно лайк этому стриму. И вы, зрители, прожмите, кто... Кто прожал на втором телефоне. Кстати, да. Отвечаю. Спасибо вам, ребятки. Ну что... Вот. Прекрасно, у вас прекрасно кусает. Посмотрите, видите, там вам ставят в чатике там огонечки и так далее, так далее, так далее. Вот, сердечки и так далее. Ну что, заказывайте дальше. Что еще хотим? Чем еще хотим? Ну, только русское, правильно? Ну, желательно. Ну, смотрите, нет, то, что я знаю. Ну, понятно, что гимн Украины я по политическим причинам не буду играть, а так, в принципе-то, на... Если что-то знаю. Просто украинский мой не родной язык, поэтому даже какие-то песни я знаю, все равно их... Да. Что? Нет, зарубежные песни. Какие? Говорю, на Украине даже мыслей не было. Ну, сейчас Кристина подумает. Можно? Кристина, думай. Думает Кристина. Дадим пару. Думай, думай, Кристина. Да-да-да. Что? Ну, что там? Сейчас, секунду. А Пугачева подними на себя. Позови меня с собой. Ну ладно, сейчас мы сделаем для Кристиночки. Позови меня с собой. Кристина, а ты хоть покажись, как ты выглядишь, если ты... Кристина? Какая симпатичная Кристина. Здравствуйте, Кристина. Добрый вечер. Доброе утро. А хотя, а что вы, ребята, не спите-то еще? Или вы еще проснулись уже? Да нет, мы отдыхаем. А вот сейчас... Где-то... Вот такой вот у нас
Это Днепр, что ли, да, видимо? Киевское море. Ну, оно же и есть Днепр, да, правильно понимаю? Ну, понял. Ловите. А сейчас позови меня с собой, да? Да. Специально для Кристины. О, спасибо большое. Снова меня ветер злых перемен. Тебя уносит, не оставив мне даже тени взамен. И он спросит, может быть, хочу улететь я с собой. Желтой осенней листвой, птицы за синей мечтой. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи. Я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Читаю чат, пишут, какая Кристина приятная девушка, Кристина красотка, пишут, и молодой человек красавчик, красивая пара. Видите, читайте. И так, пытаюсь найти второй куплет. И секундочку. Каждый раз, как только спускается ночь на спящий город, я бегу из дома бессонного прочь. В тоску и холод я ищу сквозь мысли, но безликих, безликих тебя. Но в двери нового дня я вновь иду без тебя. Я позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи. Я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчен. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Блин, вам какие-то комментарии пишут, какие-то они хорошие, самое главное, пусть будут счастливы, потанцевал бы с дамой. Ребята, вы клевые, какие замечательные ребята и так далее, и так далее. Слушайте, мой чатик вас полюбил. А теперь давайте гимн Украины. Ну, брат, извини. Уж извини. Я шучу. Да. Нет. Ну, можем что-нибудь... Вот. Мы можем что-нибудь еще вам сыграть такого доброго. Кристина. Кристина? Еще? Будь что ласка. Может? Будь ласка. Еще желаете? Думай. Может, вам колыбельную перед сном? Спать хотите? Не, вообще нет. Или у вас насыщенная программа, если ты понимаешь, о чем я. Да, супер насыщен. Чего говоришь? Говорю, Кристина думает. Агутин аэропорты. Агутин аэропорты. Прекрасный выбор. Леонид Николаевич Агутин. И Владимир Владимирович Пресняков. Да, да. Текст Агутин. Ну, ловите. Столько дней, он, не зная правды, просто шел за ней, убивая навсегда свою мечту. Но то кого не мог понять, только ту он и не мог забыть. Так может быть, столько раз он пытался все сказать ей, как сейчас, никого не подпуская никогда. Слова кусочки льда. Кристина, не зная боли, не зная слез, он шел за ней в неволе.
Сёпин. Ну вот, ребят. Надеюсь, мне удалось вас порадовать немножко. Вот. У нас такое музыкальное утро. Да, это... А вы где-то на отдыхе находитесь, да, я понимаю? Да, да. Понял. Это у вас выходные, каникулы, что у вас? Чем занимаетесь хоть? В двух словах расскажите. Студенты? Нет, не студенты. Мы уже давно работаем. Вы уже взрослый, понял. Вы уже все научились, все умеете, я понял. Вот. Мы всю жизнь учимся. Вот. Знаешь, это самое главное. Это правильно. Я знаю, что я вам сейчас сыграю напоследок. Это уже будет на мой. От меня для вас, подожди. На ваш вкус. Если только я найду. Интересно, что там. Да. Ти казалось, в понеділок підемо разом на барвинок. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з уму з розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з уму з розуму звела. Ти казала, у вторих поцілуєш разів сорок. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з уму з розуму звела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з уму з розуму звела, ти казала у середу поженемо раз жрил, я прийшов тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодому з уму з розуму звела. А неплохой український, кстати. Вау! Ну, такой себе, да. Ну, це не моя рідна мова, но тоже чуть-чуть... Чуть-чуть что-то понимаю. А вы из России? Что? Вы из России? Я из Москвы, да. А откуда украинские так подучили? Слушайте, знаете, когда-то давным-давно, когда еще Владимир Александрович не был президентом вашей страны, когда был квартал 95, и там время тренинга что-то проскакивало, а это тогда я его как смотрел, мне было интересно смотреть. Не все, но что-то мне нравилось. И там, и как-то вот оттуда первые, скажем так, упоминания про украинский. А потом в последнее время, так как на фоне всех событий, которые происходят, украинская речь звучит достаточно часто, ну, равно как и у вас звучит часто русская речь. Ну, вы вообще там двуязычная страна. Как-то так. Да, в принципе, он достаточно понятен. Как бы читать-то я умел. Просто я не все слова там. Мне где-то неправильное ударение наверняка ставлю. Какие-то такие моменты. Но в целом языки похожи, наверное, как-то так. Вот. Плюс у меня тоже своего... У меня... Вот я не могу разобраться. У меня бабушка, то ли была наполовину... Я с ней не так много общалась. То ли она была украинка, то ли она была все-таки... Либо она была белорусская. То есть она либо... Я не помню. Даже то ли она украинка, которая жила в Беларуси, либо... Белорус, который жила в Украине, я так до конца и не понял, с ним, ну, не так много общался, но вот, ну, тоже что-то есть, какие-то корни, поэтому, да. Вот так вот. Понял. Ладно, стрима ребят. Стрима ваша основная? Нет, слушай, вообще я профессиональный музыкант, ну, стрим это последний год, да, появился. Вообще я много работаю с различными звездами, там отечественной эстрады, скажем так, вот много. Работаю там на первом канале, где вот... Давай. Че хочешь? Не, ну, можете... Могу что? Одну звезду. А с кем работал? Ну вот у меня сегодня было частное мероприятие с Николаем Басковым, например. Оля. На всю страну такое. Да. А вы типа как работаете с ними? Типа вы их записываете? Нет, ну я просто в его коллективе играю. А-а-а. Мы даем концерты, да, скажем так. А у вас YouTube, смотрю, 235 тысяч подписчиков, да? Ну, 237, если мне не верится цифра. Или... У меня есть 230. Или популярный. А сколько каналу? Что? Сколько лет уже каналу? Вот этому, слушай, этот канал вообще давно, но вот у меня активно этот канал... вот я начал это просто историю именно вот чат-рулетки на этом канале в январе. Вот тогда было 18 тысяч. Вот с 18 тысяч я начал поднимать его. Это тоже приносит какой-никакой доход, да? Ну вот видишь, там где-то у меня донатную полосочку сейчас покажу. Ну там сколько там? Вот всего 4 тысячи. Ну в основном, да, это основная история на канале. Люди поддерживают. Вообще я понял, что люди любят доброту. Я вот уверен, сейчас с вами пообщаюсь,
вы посмотрите, и мне, наверное, прилетит какой-нибудь донат от зрителей. Наверняка же им понравилось, как я играю. Можем проверить. Можем проверить. Вот если вы будете смотреть еще у меня после того, как мы расстанемся. Прилетит ли в течение минут пяти что-нибудь? А сколько часов? Что? Сколько сейчас стрим идет? А, уже сколько он идет? Да. Ну, да, да. Ну, уже идет, сейчас скажу. Почти два часа. Вот. 726 смотрит. Ну, сейчас... А в среднем сколько читает? Просто интересно. В среднем сколько что, прости? Не слышу. Сколько за стрим в среднем может прилететь донатами вам? Я отвечу так. У меня... Ну, может, и нисколько не прилететь, но вот у меня рекорд был. Был один человек, очень там 670 тысяч. Вот этот рекорд. 60 тысяч в рублях. Ну, это был, да, это был, ну, действительно, один очень обеспеченный человек, он прям вот у меня... Это где-то 6... Сколько? 6-7 тысяч долларов где-то, да? Или ну, больше даже? Ну, нет, я думаю, примерно так. Но это не как, это было так вот один раз. Поэтому сказать это все... Причем у меня есть же еще музыкальная история, когда я просто... Это сейчас я в рулетке. Это я в лучшем случае делаю раз в неделю. Обычно я... делаю просто музыкальный стрим, где просто у меня подписчики, зрители заходят, и там отправляют донат, и говорят, спой такую-то песню. Я просто для зрителей пою, не в рулетке. Это у меня основная деятельность. Ну, вот такая тоже бывает. Тоже, да. Нифига вот. Себе. А человек... Но в рулетке побольше интерактивчик. Ну, просто разные форматы, да. Вот на том стриме это был такой, есть такой меценат, русский Вадик. Там, ну, это не он все 670, но львиная доля была его на том стриме, да. Есть такой, заодно... Передаю Вадику привет, если он потом увидит этот стрим. А стабильно сколько смотрит? Стабильно по-разному. Например, когда если просто музыкальный стрим, то этого человека будет 300. А если рулетка, в зависимости, ну... Зависит от того, на каком канале, у него просто разный канал. Ну, прям 1000, может, полторы быть, да, иногда. Но это когда в обычное время. Только YouTube, Twitch не стримите. Твич стрим музыкальный. На Твич нельзя рулетку, потому что скажешь какое-нибудь неправильное слово, по мнению Ютуба, например, про афроамериканцев. По-другому их не назовешь, и у тебя канала на Твиче больше нет. А, что-то рулетка, значит, это только на Ютуб. Только Ютуб. Ну, еще вот я в ВКонтакте, в российских системах тоже стримлю. Потом там можно будет посмотреть. Вот прилетел как раз донат от зрителя, то, что я тебе говорил. И сейчас видишь, вот прилетел донат от зрителя. Перфект, Ерохин. Ерохин, спасибо большое. Вот, понравился наш с вами диалог. Я же про это и говорю. Поддерживать, ребят. Ой, блядь. Вот. Так что вот так вот, ребят. Ну, добрый вы, хороший. А сколько... Что? Сколько прилетело? Прилетело 500 рублей. Вот сейчас прилетело, сейчас еще один прилетел. От Михаила Павлов, 10 долларов. Здравствуйте, вы мне обещали прорекламировать мои начинания, если я тоже начну что-то созидать и принять участие в публичной сфере. Михаил Павлов, напомните, пожалуйста, где я про это говорю, не помню. Ну, ладно, сейчас мы дообщаемся с вами, пообщаемся тоже. Так что вот так вот. Вот, ребят, я пойду. Очень круто. Да, приятно видеть доброе общение. Здорово. Так что берегите себя. Пишу, что вы спасибо. Красивая пара, так что, ребят. Из Москвы вам привет. Спасибо. Отдыхайте, ребят. Кристина, ты красотка. Ты красотка. Береги ее. Береги ее. Спасибо. Пока. Хорошего. Ребят, лайки, комментарии, подписки. Ну, по-моему, приятная пара. Скорее всего, приятная пара, ребята. Ах. Добрые, добрые, добрые ребята.